Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в третьей, в пятой беседе на второе послание к Коринфянам и восьмая беседа послание филиппийцам говорит о страхе Божьем. Самая высокая добродетель – приписывать все Богу и ничего не почитать своим. Ничего не делать для приобретения славы человеческой, но все делать для благоугождения Богу. Ибо Он, а не другой, кто потребует от нас отчета во всех делах наших. Но в наше время порядок этот извращен. Ибо ныне мы не столько боимся того, который некогда воссядет на судилище и потребует от нас отчета в делах наших, сколько страшимся тех, которые вместе с нами предстанут на суд. Отчего же в нас болезнь эта? Откуда она проникла в наше сердце? От редкого помышления о будущем и крайней привязанности к настоящему. Отсюда мы так легко впадаем и в злые дела. Если делаем что-нибудь доброе, то делаем только на показ. Так что и за это нам угрожает наказание. Может кто взглянуть похотливыми глазами на женщину и утаить это от той, на которую посмотрел? Так и от спутников своих, но никак не скроет сего от ока, никогда не дремлющего. Еще прежде, нежели человек сделает грех, недремлющее око уже видело в душе его преступную похоть. И внутреннее неистовство, и бурное, и необузданное движение помыслов, ибо вездесущий не имеет нужды в свидетелях и доказательствах. Посему смотри не на подобных себе рабов, ибо если человек и похвалит дела твои, человеки, это будет бесполезно для тебя, если не примет их Бог. Также, если и похулит он и человек, это нисколько не повредит тебе, если не похулит Бог. Напротив, высоко ценя мнение подобных тебе рабов, а не страшась и не трепеща негодования судьи, смотри, не прогневай судью. Ибо, итак, презрим похвалу человеческую, доколе будем унижаться и присмыкаться по земле, доколе будем порываться к земле, когда Бог влечет нас на небо. Братья Иосифа, не сделали бы умысла в пустыне убить своего брата, если бы, как должно, имели пред очами страх Божий. Равным образом и Каин, если бы боялся суда Божия, как надлежало бояться, не сказал бы Авелю: «Пойдем в поле». Бытие 4 глава 8 стих. «Для чего ты, бедный и несчастный, отлучил брата своего от отца и увел в пустое место? Не для того ли, как ты думал, что на поле Бог не увидит твоего детского преступления? Как же ты не научился и случившегося с отцом своим, что Бог все видит и все, что мы делаем, знает? Итак, всегда должен иметь пред очами страх Божий, и все самые неистовые страсти умолкнут. Живя без страха, нельзя совершить нечто благородного и удивительного. Ничего. Посему апостол говорит: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Филиппийцам 2 глава 12 стих. И не просто сказал со страхом, но прибавил и трепетом, который есть высшая степень страха. Ибо если житейских дел нельзя совершить без страха, то не тем ли более духовных? Скажи мне, кто выучился грамоте без страха? Кто сделался опытным в искусстве без страха? Если же там, где не подвергает дьявол, а только ленность тяготит, нужен нам такой страх, дабы отвратить нерадение, то при такой борьбе, при таких препятствиях, как можно спастись как-либо без страха? Как же может родиться сей страх, если мы будем помышлять, что Бог везде присутствует, все слышит, все видит, не только дела и слова, но и все происходящее в сердце и в глубине души, судит помышления и намерения сердечные, Евреям 4 глава 12 стих. Если так настроим себя, то и не сделаем, и не скажем, и не помыслим ничего худого. Посему, что бы ты ни делал, делай с мыслью о всевезде присутствии Божьем, ибо Он действительно везде присутствует. Итак, принимаешь ли пищу, располагаешься ли спать,
гневаешься ли или похищаешь что-либо, предаешься ли удовольствием или что-то другое делаешь, помысли о присутствии Божьем и никогда не предашься смеху, не воспламенишься гневом. Если такую мысль будешь иметь постоянно, то постоянно будешь в страхе и трепете, как бы стоя близ самого царя. Строитель, хотя и опытен, хотя и очень искусен, впрочем, стоит со страхом и трепетом, боясь упасть со здания. И ты уверовал, совершил много доброго, взошел на высоту. Держи себя крепко, стой со страхом и смотри бодро, дабы не упасть оттуда, ибо много духов злобы, хотящих низвергнуть тебя. Господу нашему славу во веки веков. Аминь. Аминь.